Всем привет! И пока вот работаем над мужским альбомом, еще сделал две странички по мастер-классу Лены Босс. Этот альбом делаю. Вот. Немножечко у меня тут форс-мажорные обстоятельства сломалась. Машинка для вырубки, и не могу рубить рамки. Надо было зато, конечно, вырубить все. Вот. Но я их вырубала. Но использовала на детский мастер-класс. Делали фоторамки, и все рамочки у меня ушли. Вот. Вот такие вот. Да, вот такие вот рамочки. Вот. А маленькую машинку не влезает. Поэтому у меня весь альбом идет с такими рамочками. И последние две странички, видимо, будут без рамочек этих. Я уже забыла, как они тут открываются у меня, странички. В общем, альбом очень такой вместительный. Так, 2, 3, 4, на 5 разворотов, на 10 страниц. В общем-то, довольно-таки большой. Получается, стиль как-то даже, ну, скорее всего, такой есть отголосок стимпанка небольшой, но не сильно стимпанковский. Ну вот, немного такой брутальный, металл вот здесь есть, здесь есть шестереночки, здесь есть такая клетка домашняя, мужская рубашечка, да. Вот. Немного делового стиля. Даже немножко где-то вот идет винтаж. И поэтому, в общем, намешано все, что должно быть в настоящем мужчине. А всего по чуть-чуть. Вот. Хочу уже его, да, делать, потому что, чтобы он мне не занимал место, потому что на столе вот так вот все выглядит. Да, здесь у меня идет эта мусорка моя от подарка. Вот. Ну это ладно. Здесь цветочки. Здесь у меня уже наготовлены и мастер-классы детям, нарезки всякие. Вот, то есть куча-куча примеры, как что делать. Вот. И, в общем-то, тут вот стопка была, что нужно сделать, уже доделываю эту стопку. И вот хотелось из этой стопки убрать этот альбом. Вообще очень мне нравится он, как получается. Классный, не испортили все обложкой, как всегда бывает иногда такое, да, в последний момент. Вот, надеюсь, я его скоро доделаю, чтобы он мне тут место не занимал и кого-нибудь порадовал. Так, пришло мне 2 письмеца. Сейчас посмотрим. И оба письма от Ян. Только так, от разных, да? Так, подождите-ка. Здесь нет Яны. Сейчас посмотрим. Вот раскрыла вот это вот, наверное, сейчас посмотрю. Тут я совсем запуталась, потому что должны мне были 2 Яны отправить. Одно письмо, одна вот эта посылка, вот это я предполагаю. Может быть, нет, сейчас посмотрим. А за выигрыш в совместном проекте «Шепот трав», я думаю, вот это вот. Это был набор бумаги. Я думаю, просто тут кто-то другой. А, тут Яна как раз и отправила. Сейчас. Да, здесь классная бумажка. Сейчас я ее распакую. Вот, скотч немножко прицепился. Так, вот распаковала. Вот такая вот прекрасная бумажка от Craft Paper. Это хорошая фирма. Ну, для меня вот лично я люблю. И это очень романтическая бумажка. Прованс.
Это за победу в шепоте трав в совместном проекте. Альбомчик у меня был. Вот. Вообще здорово. Бумажка двухсторонняя. Очень красивая. Очень. Просто. Ну, у меня были какие-то листочки отдельно. Но набора ни разу не было. В общем, можно и на открыточки красивые свадебные какие-то пустить. И также мини какое-то сделать. В общем, очень круто. Может быть, с детьми что-то сделаем. Вот. Честно сказать, и самой хочется из такой бумажки что-то сделать романтическое. Можно мэджик, конечно. Вот. Что-то в этом году мало заказывали мэджик боксов. В прошлом году гораздо больше. Вообще, мне кажется, очень интересный подарок. Может, все просто надарились. Можно и с фотографиями, и с денежкой, и с каким-то другим подарком. Очень круто. Так, а это от другой Яны. Ой, я уже раскрывала уже. Просто это отправил, видимо, кто-то другой. И здесь я выиграла цветочки. Нет. Неправильно. Так, я немножко обозналась. На самом деле, думала, что это от Яны цветочки. Смутило меня название. На самом деле, это вышивка от Рины. Сейчас я открою. Вот я сейчас увидела, что это вышивка. Вот, мне просто совершенно не ожидал, что это придет. Вот такая вот вышивка. Такая вот девочка. Так, это я так понимаю, что... Так, я ссылку на эту даму оставлю, да? Которая мне сделала вот эту вышивку. Это машинная вышивка. А какая-то тут на... Ну, что это за материал, я не знаю. Как баечка какая-то. А тут еще фоамиран я вижу. А, нитки, то есть я не знаю. Это машине программу так задают, что это и так делается. Не знаю. И вот она мне вышла еще вот такой вот логотипчик. Вот, база отдыха Костерка. А у нас есть база отдыха в нашем районе. И вот она мне такой логотипчик вышла. Так, а вот такая вышивка еще на фоамиране. Интересная. Прям плотненько все, ничего не отваливается. А тут еще приложено специальный... тканью какой-то, вроде как ткань, не тканый материал, или как это называется. В общем, вот такие вот еще звездочки. Так, Арина, она занимается, вот я так поняла, вот такими вышивками, и в общем, оставлю ссылку на нее, она мне для пробы прислала, для обзора свою работу, написала мне и прислала для обзора. Кому нужно, она может там, наверное, я так понимаю, Надежде где-то вышить. В общем, где угодно. Или для подушек, для каких-то рюкзаков, я не знаю, как еще вот применять. Например, альбомчик детский, да, вот фотопапку или еще что-то. Я подумаю, куда можно применить, и применю такую девочку. Лоли, по-моему, они называются. Вот. Я просто немножко, ну, еще жду одно письмо. И мне пришло уведомление, что оно дошло уже. Вот, наверное, все-таки на почте осталось, не принесли. Потому что посылки иногда мне домой приносят, иногда на почте. Иногда часть домой, иногда часть на почте остается. В общем-то, такая вот путаница получается. То ли идти за посылками, то ли ждать их. И, в общем-то, вот. Я не ожидала, что это будет вышивка. Я думала цветы, потому что я еще выиграла
приз цветочки ручной работы от Яны как раз в Инстаграме. И думала, что это они. Вот. Но этого тоже оказалось. И, в общем, очень такая яркая, красивая, интересная.